Значит, кто слышит ВРК, у вас... Ладно, не буду делать вам преимущества. Напишу сейчас в сообщении. Меня слышно? Да. Еще раз, кто там сейчас слышит, да? Слышно, слышно. Нет, ты начал говорить, кто слышит ВРК, за что? Нет, посмотрите, у меня походу. Ни хрена себе. Короче, ВРК, чтобы вы поняли, да? Кто пока идет сбор, пока людей собираю, идите в петлю висельника, таверна в Брилле, где они деды там качаются. Кто первый найдет моего персонажа, там кинет мне обмен, тот 500 голд получит. Всем здорово. Привет. 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 В подгороде заблудился, пиздец какой-то. Это ж в Брилле, да? Да, в Брилле. Через Фальский лес. Я там сижу, вас жду. Подожди, а где это? Мой, вот персонаж, с которого я собираю, это один, а там другой мой персонаж сидит, я во втором окне. Я пока сам направляюсь. Слушай, ну так нечестно, Павел, я пришел с костоля. Что говоришь, нечестно? Движет на хосте бегать, на этих пал, например. Вот, где моя 500-ка? Не, там просто кто быстрее портанется, прибежит, так еще в таверне найти меня надо. Блять, а где вообще искать? Вот, я тебя нашел. О, Хазрак нашел, поздравляю. Все, победитель есть, у нас Хазрак. Теперь идите все к Хазраку, в таверну Петля Висельника. Сейчас будет ивент начинаться. Собираемся все здесь у Войда. Так. Сейчас я сам протонусь туда. Запах, кто-то сливал информацию. По-любому. Войд, дай пати. Сейчас. Сейчас я подъеду туда друидом и начнем. Короче, ивент будет состоять из трех этапов, ну три таких мини-конкурса. Первый это пьяная драка. Надо будет, ну сейчас подъеду еще расскажу. Второй это конкурс анекдотов. И третий там рулетка от Войда будет. Вот в рулетке там призы разыгрываются, там паролы, я упаковал подарочки для вас. Ну, голды тоже немножко. И за первые два состязания там будет приз голда, короче. Так как нас собралось больше 10 человек, то призовой фонд я увеличил на 2000. Теперь призовой фонд составляет 4500. То есть за победу в каждом из конкурсов победитель получит
2000 золотых. Ну, 500 это я так от себя добавил. Сейчас вот, ну, чисто кто войды найдет, это просто так не считается в призовой фонд. Всем привет. Ну, если вы думали, это типа весь ивент был, это, ну, просто начало. Просто найти, и пишет такой в чате, это типа его нашли, и типа все. Не, это еще не конец. Еще 4500 золота. Все, Макс идем. Нет, еще. Чернокнижники тут уже пришли. Можете ставить шкаф, сумонить людей, чтобы быстрее было в таверну. За сумон по 100 голды скидывайтесь. Лол. Ивент, ну. А Карина, ты это пошла на ивент? Нет, ты тут еще? Да, я здесь. Тебе пати давать там на ком? Наша Маня. Сейчас я тебе. Да, будет все, что. Блин, где-то найти не могу. А, вот. Да, упать. Подходите сюда в таверну, прям к звезде, подходите к друиду. Залазите все внутрь. Я тут возле войда сижу, который 500 голды дал шаману. Прям всей толпой сюда залетаем. Пати, да, ё-моё. Где ты? Кому пати, да? Гильдии, блядь. 100 грамм? Дал. Ну все. Езжайте сюда. Звезда на друиде стоит. Заходите все в таверну. Тыкните, пожалуйста, сейчас. Бой, пати, дай. Лоу левел там, обалдеет. Кому бьёт? Экстримки. Ага. Блин, ну присани еще раз. Экстримки, присани. Ну, кричу. Ну чё вы там тыкаете, ну? Куда тыкать? Короче, смотрите, задача первая, чтобы начать этот ивент, пьяная драка, давайте выпивайте там бухло, кому бухла надо, короче, звезде обмен даем, я вам дам, у меня бочонок бурбона есть. И пока что задание на второе состязание, придумывайте анекдот. Ну, не обязательно придумывать, вы можете любой из жизни рассказывать. Просто какой-то на примету возьмите себе. Это будет второй конкурс. Так, сюрприз. Блин, у меня вообще все поплыло. Если кто-то забыл, бухло, звездочки, обмен. О, мне 100 голды дали. Красава. Вася тоже бомж. Всего... А кто еще бомж? В смысле? Не думал, что мне так много обмен будут кидать. Вы еще бухло забыли дома? Бля, Миранда... Кстати, здесь продают бухло? Честно, не знаю. Может и нет. Может и да. Ну, давай мамонта поставлю на улице. Кто-то уже блюет. Короче, смотрите, вот мы собрались все тут, да, возле звезды. Блять, Лисимах. Так, на тебе бухло. Все, бухло пока временно не раздаю, не кидайте обмен. Смотрите сейчас, что делать. Все берите и со своих персонажей снимайте все шмотки. Места нету. О, так у меня места нету снимать. А если я стесняюсь снимать все?
У кого место, значит, есть. У кого места нет, скажите, Ник. Кто там, Ягер? Да, у меня нет. У Рандос тоже нету места. Тогда будешь зрителем. Отлично. Ну кто не пойдет на кухню? Хоть не опозорюсь. Так, давайте. Нужны два человека, кто снял шмотки. Плюс Санити, кто снял шмотки. Так, экстримка. И следующий, давай, Хазрак. Так, давайте вот сюда проходим звезду. Прям вот где столы. Хазрак и экстримка. Все, короче, садитесь вот где Дживс стоит, да? В той стороне скучкуйтесь, чтобы не мешать. Вот к звезде подойдите, Хазрак и экстримка. Так, сейчас я метки дам. Экстримка у нас будет треугольник. А Хазрак будет... Хазрак будет квадратом. Так, смотрим. Экстримка. Это флейта не помешает? Не, не помешает. Отойдите вот к этой, к черепку, к Дживсу. Сейчас смотри, экстримка, так как ты ретрик, я тебе дам оружие. О, подожди. Оно у Войда. Сейчас я возьму у Войда оружие. Того, который сидит. Там тебе топор будет. Вот, а Хазрак, у тебя какой спектр, Шам? Да, но могу спектнуться Венха. Давай Венха, я тебе две дробяшки дам. Спекнулся, да? Сейчас подойду. Короче, будет проведено 10 боев. Вот. Может быть и больше потом, но пока что 10. Так, экстримка на топор. Одевай его. Никаких шмоток не одевай, только с топором будешь. А Хазрак на две дря... Блядь, две дробяшки. Тоже одевай. Отойдите с спецэффектами, Ягер или кто вот это кастует, отойдите к черепку. Это я. Отойдите, отойдите. Все, теперь следующая задача. Хазрак или экстримка друг другу кидайте дуэль и начинайте биться. Прям без шмота. Так, хорошо. А это, у него, смотрю, кольца одеты, трини, это нормально, да? Тоже можно одеть? Нет, не надо одевать, потому что тут как бы приз 2000, не будем херней заниматься. Делаем, как говорю. Снимаем все. Снимай утешение, снимай счеты и тотем тоже сними. Только то, что я дал вам. Ленточка прелести, может быть, она ничего не дает. Вот. Все, все внимательно смотрим, мы зрители. Так нихрена же не видно. Да вот, таргет взял, вот смотри, квадрат удали стан. Я просто тебе буду говорить, если ты не понимаешь. Вот смотри, вот Хазрака 6000 хп уже, у экстримки тоже 50%. Так, смотрим. Экстримка 3000, 1000. Хазрак бьет очень сильно. Бабл прожал экстримка, отхиливается. У Хазрака тоже 9000 хп, он кастует волну исцеления. Но маны-то не так-то много, шмота-то нету. А чё, бои без правил, да? Ну да. Ну кроме того, тогда что... получается, мне нельзя участвовать в боях. Почему? Ну у меня бомжи есть. Они загрызут. Смотрите, из первый бой у нас победитель Хазрак получает одно очко. Хазрак, ты запомнил, да? Я тебя в седьмую перенес. Вот, кто победитель, да. Будут, короче, в седьмой группе. Так. Слушайте, выходите хотя бы на улицу собраться. Ну да, давайте выйдем, чтобы нам было получше видно, тем более там у нас один хант есть. Давайте за звездой выйдем. А то придумали внутри помещения драки устраивать. Да я просто перса туда спрятался. Ладно, сейчас. Выходите к звезде, там тусуйтесь. Теперь. Система, пошли выйдем. Теперь второй бой. Два плюсика. Люди, которые сняли шмот. Гильдаль. Первый. Бой. Так, и еще один. Это Full Metal.
Ну, кто первый плюсанет, я буду их пока выбирать. Потом посмотрим. Значит, Гильдаль и этот Full Metal. Сейчас я метки вам дам. Квадратик и треугольник. Квадратик, треугольник. Кидайте друг другу дуэль. Шмотки-то, надеюсь, сняли. Подожди, не принимайте. Так, это грань мы сними. Сейчас я тебе топор дам. Я совсем забыл об этом. Сейчас тебе дам топор. Бля, подожди, знаешь, этот, кто он, экстримка, передай топор ему, а то неохота к Войду бежать к этому таверне. Хорошо. Дай ему топор, чтобы он одел. А Гильдаль шпешку дал. Ничего не канает. Вот давай, одевай топор. Смотрим все на Full Metal и Гильдаля. Вот, отлично. По 12 тысяч хп. Так, битва началась. Пошел стан. Плохо такой дамаг, да? Ушел в тучку. Ну правильно, там у него бурст проходит. Надо бы отхилиться ему сейчас, кинуть фир. Это подсказывать куда я. Походу Гильдаль проиграет. А, нет, смотри, хилься. Хилься, хилься еще. Ёбаный скид, хилься. Сука. Он же бабл прожмет себя под хильку. Сейчас у него покаяние будет. Бабла уже у него нету. Все, у него маны нет. А, ну. Гильдаль, делай что-то. Фир откатился, фиряй. Сука, я зашипаю. Блять, паладин победил. Так. Первый у нас Хазрак был победитель, второй Full Metal. 5 победителей перенесу в 7-ю группу. Так, Гильдаль, спасибо. Теперь следующий, третий бой. Следующие 2 человека плюсуем. Лисима, Харда. Так, сейчас я вас перенесу. Лисимах, это лоб. Я тоже хочу. Сейчас, если кто-то, ну, не насытился, мы сыграем со всеми, кто хочет. Может, даже и меня побьете. Там будет такой прикол. Так, Лисимах, Орда. Все толпой, да? Сейчас я выйду другим. Поставь портал, пожалуйста. Сейчас я подойду. Орда, для меня, для тебя есть кинжал и дробяшка. Тебе что нужно, 2 кинжала или дробяшка и кинжал? Орда, подойди к коту, тут возле кота стоит мой вар. Я тебе кину обмен эти оружия. Так. Так что тебе дать там, напиши в белый чат. Кинжалы? Дай кинжалы. Кинжалы, да. 2 кинжала, да? Да. Всё, яды нельзя, да? Почему? Можно, конечно, можно. Войд, я сейчас сниму шмотки и тоже буду ебашиться. Хорошо. Так, сейчас. Лисимах готов. Сейчас ставлю метки на игроков. Треугольник и квадрат у нас состязаются сегодня. Если готовы, можете кидать дуэль. Сейчас он там яды намажет. Мне кажется, Рога победит. А, насчет бафов. Бафы все рейдовые, которые есть у нас в рейде, все бафы, ничего не снимаем. Потому что это будет тратиться время. Просто все бафы, там пристабафы, все это даем. А я уже снял все бафы. Все, Войд, я готов. Давайте мне посох, я готов. Ну, если что... А тут подойди, где-то оружие продают, посох купи. Если что, если снял бафы, то второй оппонент тоже снимет. Ничего там, проблем никаких нет. Лок баф ты сними. Погоди, мне посох надо. Где тут посох? Ну тут поищи, где-то продается, я точно не знаю. Ой, лох снял. Ничего себе, у него 8000 всего лишь. Ё-моё. А у Роги 9. Ну нормально. А, там еще фишка в том, что он невидимость-то видит. Ну ладно, в принципе, тут не особо это. Открылся с инвиза. Будем считать, что так.
тут рога выиграет, потому что, ну... Хотя, хер знает, смотри, кош, плащ теней, ваниш. Это не поможет. Сам лог пошел. Все, сейчас лог сдох. Все, орда, молодец, красавчик, будешь ретриков убивать. Разбойнику надо было с суккубом играть, скорее всего, детских по комнатам. Давайте, следующие два первых плюса будут следующие биться. Так, это будет какой-то четвертый бой будет. Блядь, сколько боев. Ролана и шаман Блута. Так, насчет лука я не подумал. Здесь кто-то луки продает, давайте посмотрим. Ты же продает, да? Да, да, да. А там чуть подальше где-то. Было. Были у него. Что такое? Блин. Я не помню, где они продают. Ханту же лук надо. Кто знает, где тут луки продаются? Я так и знал, что будет один хант. Давайте пока хант займись поиском лука. Хант с шаманом пока подождут. Давайте следующие два плюса начнем. Кукуваси и Филиппет. Так, Филиппец, Кукуваси, ты в Энхе будешь или в Элеме, или в чем ты будешь? В каком спеке? Энх. Так, две дробяшки. Подойди к этой, к звезде, к Вару, подойди рядом с котом. Я тебе кину две дробяшки. Если бафы на вас одинаковые висят, не снимайте, чтобы не париться. Вот тебе две дробяшки. Вот, ты ими будешь биться. Все, с Филипцом можете начинать. Че, Филипец готов? Взял на него щит, ничего не повесил. Шикарно. Ну, ничего страшного, Кукуваси, сними щит. Листовский. Все, кидайте дуэль там. Хант, как найдешь, это самое, лук. На третий уровень, да, блин, на какой-то белый покупай, самый дешевый. Так, идет бурст. Расферял волков. Кастует Кукуваси пытку. Так, Кукуваси хилят волки уже, по-моему. Так, смотри, по Филипцу плюхи прилетают. Какие из дробяшек третьего уровня. Ты смотри-ка. 1000 хп. Филипец ушел в тучку, а сейчас как-то ему отхилиться надо. Или фир откатился, фиряй. Подсказка просто. Фиряй. Вот жопа. Зафирял. Хилься. Не кастуй это говно, хилься. Щиток. Самому уже нету смысла, нет. Так пета вызывай. На что тебе? Уже отдал его. И в конце надо было. Ну смотри, доты дожрут, как у Васи, нет? Щиток кидай на себя. Сука. Смотри, у них мало так хп в обоих. Ну, тупо. Кукуваси доебашил. Кукуваси пацана унизил просто. А это я подключусь с кем. Ладно, так, Филипец отсыхает. Ну давай, плюсуйте следующий Гягер там, и следующий кто-то плюсуйте. Мирандос, давай. Шипы очень быстро мана заканчивается, смысла нет. Что надо под группу там взять? Так, Ягер, Мирандос. Мирандос, какой у тебя спек? Элем, да? Ну значит тебе особо шмот не важен. Так, ну так как все снимают, и Ягеру тоже. Не, так мне подожди, воин надо зачем-то забафать. Хоть какую-то. Так, ну чё тебе? Тогда дробяшку могу дать. Да все равно вообще. Ой, этому кинь вару, вот стоит возле кота. Обмен. А Ягер тебе тоже может дать что-то? У меня есть, я посох купил. А, ну хорошо.
там камень же они чарят. Так, вот тебе дробяшка для Элима. Зачаришь ее. С кем я молюсь? А, все. Все, треугольник, квадрат, можете начинать. Это пятый бой у нас. Ух ты, какой буст от Элима. Так, фир пошел от Лока. Стрела. Тоже дает прикурить. Ягер еще койл, по-моему, не использовал. Так, 3000 хп у шамана. Шаман, походу, проиграет с глаз. И добил. Это жесть какая-то. Ягер уничтожил. Изничтожил. Изничтожил пацана просто. Так, сейчас следующее. Хорошо будет, если найдется еще, ну, 5 боев. Давайте следующие плюсуем. Сюрприз, 100 грамм, поехали. Так, сюрпризу и 100 грамм я дам по топору. Подходите к коту, здесь вар стоит, ему обмен кинуть. Так, сюрприз. Кто стоит? Ну вот, вар, сейчас я тебе кину. Так, вот тебе топор. А, щит и дробяшку дать тебе для того, что... Там есть, я купил. А кто купил? 100 грамм? Mm-hmm. Какой ты топор? Большой топор купил? Да, вот такой его, ага. Который был. Так, ну сейчас. Ставлю сейчас на вас метки. Квадрат. Треугольник. Квадрат, треугольник, чё, подходите друг к другу, начинайте. Это у нас, короче, Армс, я так понял. Ой, сорян. Посмотреть. Армс, все правильно. Армс против АДК. Самое интересное. Ну, болезни съедают сразу Армса почти. У него еще дефы должны быть какие-то. Хотя тут, блин, щит надо. Эх, Армс побеждает. Ненавижу ДК. Говно, блядь. Да. Так, восьмую группу следующих победителей перевожу. Так. Че, по одному бою будет? Еще вот между победителями будет, и там посмотрим, как очки будем. Пока что вот у всех победителей по одному очку. Потом посмотрим. Нету луков? Ну, скажешь, сетка лузеров. Ролана, съезди в подгород, там должны луки продаваться. Какие-то там самые беспонтовые, дешевые. А, где пушки, там оружие должно быть, что-то там. Давайте следующие два плюсика. Кто еще там шмот снимет? Плюсуйте, кто там, Белин, Экстримка, можешь еще раз поучаствовать. Кто проиграл, можете еще раз плюсануть. Экстримка. И кто еще хочет с экстримкой побиться? Мирандос, давайте. У кого дробяшка? Дробяшки там дайте. Мирандос, ты Элим? А, ты сейчас же играл. Экстримка, у тебя топор есть. И, или если кто-то брал там топор, экстримки дайте. Там паладин брал какой-то, по-моему. Я фулл метал давал. Ага, фулл метал, да, и экстримки топор обратно. Сейчас на экстримку треугольник поставил. Все, треугольник, квадрат, давайте еще раз. Шанс у вас вырваться в десятку победителей. Одному из вас. Так, битва эпичная паладина против Элима. Элим кайтит, смотрите, кинул корни, там где спелит, себя хилит. Но не забывай, мана-то у тебя не резиновая. Смотри, водный щит кидает, резает ману. О, как просел экстримка. Так, стан, пошел бурст по шаману. Крылья я не видел вроде. Интересно, кто же победит? Белина, я не знаю, ты слышишь, Ирка?
Ну так ты посмотри, вот люди дуэлятся, которые они сняли шмотки. Вот это надо делать, надо плюсануть, снять шмотки, с кем-то побиться. Все без маны, жесть. Так, ну все, Мирандоса, выиграли. Цыплячий корм. Зачем вы мне дали цыплячий корм? Так, экстримка вырвался у нас в победителе. Так, плюсуйте еще кто хочет. Мирандос, можешь еще с кем-то попробовать. 100 грамм. Давай. С яйцем. Правильно, потом не откатится. Так, ну как там, блядь, дуэль отменить? Подскажите. Отменить слэш что-то отказ. Слэш отказ, по-моему. Не, Ягер у нас в победителях, он пока ждет, пока 10 наберется. Давайте Мирандос и Блуте подуэлятся. Блуте, какой спекер? Шам только? Да. Ну давай, Шами будешь шоками бить, наверное. Давай на Шаму. Я не знаю, как это будет. Ну давайте. Ты тоже в Варшаве будешь? Это надолго, наверное, нет? Да, да, да. Ну вот Вы там пока свои дела решаете. Если у кого-то дробяшка есть, там энхи какими-то давал, можете дать квадратику, чтобы она зачарилась, и оружие какое-то там. Жизнь земли или как там они чарят. Ролана, что нашла лук? Все, Войт, я готов. Сейчас подожди, у нас победители наберутся 10. Давайте, пока они бьются, пока эти два шамана бьются, еще два плюсика возле, ну, рядом тут же. Плюсуйте еще кто еще. Так, 100 грамм. Белин, отлично. Белин и 100 грамм в шестой группе. Подходите. 100 грамм, у тебя топор есть? Кто-то Белину еще дайте. Так, из сейчас дам. Погонять, ага. Сейчас дам. Я вам метки кину сейчас. Кружок. И ромбик. Как готовы будете, кидайте друг другу дуэль, там начинайте. Вар и Ретрик. Так, у шамана Блуты уже маны мало. Так, смотрим, бьется кружок с ромбиком. Ну, Вара как уделывает Белин. Просто расчехляет, смотри, Белин и Мирандос выходят к нам. Мне кажется, финал будет паладин против паладина. Кто знает, может там Миранда накидает кому-то. Ролан купил лук. Ролан, подъезжай к нам. Теперь давайте, кто сейчас Ролане последнее место, кто с Роланой будет биться? Плюсик. А, Локи, дайте шкаф с умонем Ролану, чтобы она долго не ехала. Мирандос, ты уже вышел к нам, так что Ягер, вы в десятке победителей, кто-то из тех, кто еще хочет в финалисты попасть. Ну там еще сыграют. Слишком далеко. Вар, например, 100 грамм, или Кисуленька, или Филипец, или Гельдаль. Кто-то хотите еще с Хантом поиграть? Такой вопрос, а Хан какие стрелы использует? Ролана, какие стрелы ты используешь? Жесткие, наверное, да? Стрела бритва купи, вот красава, он же понимает.
Все нормально тут продумано, это же фан. Это же не серьезный PvP-эвент. Так, пух у тебя какой, давай подойди к звезде, тут вар стоит рядом, топор дам. Топор подойдет? Так, сейчас. Вот тебе топор. Так чё, кто будет с хантом биться? Фу, нет. Вы у нас в победителях. Мне что ли биться? Ну давай я попробую. Я хоть и не умею за медведя играть. Вас никто не хочет, значит, мой весь шмот. Так вот алебарды у меня нет. Придется дробяшку брать, да? Сейчас. Так, вроде все снял, сейчас. Так, что там в кота? Так, на дробяшку. Чтобы урон хоть шел от кота. Так. Мне кажется, я проиграю. Потому что я за друида не умею играть. Так, 11 тысяч хп. Все, сейчас будет биться квадрат со звездой. Ну давай, раз никто не хочет с собой биться, я буду биться. Так, где там инвиз? О, инвиз. Да, тебя сейчас... все равно видеть будет. Тебя сейчас спец загрызет просто. Не достаю, слишком далеко. Да, я проиграл. Печаль. Ничего не успел сделать. Ой. Походу у вас финал хант выйдет. Да. Может быть. Так, ну давайте, теперь десятка финалистов, кто внизу, 7-8 группа, начнем вас сталкивать. Получится 5 победителей, кто там еще побьется, там по разу, наверное. И посмотрим уже, кто будет победитель. Так. Сейчас я буду определять, кто будет биться случайным образом. И я буду это делать вот так. Так, 7 группы пойдет. Так, пойдет Хазрак. С 8 группы пойдет. Пойдет сюрприз. Так, ставка. Пухи, привет. Че делать-то? Так, пуху. Вару кинь, вот стоит. Обмен. Сейчас. Так, принимай. Что там, Хазрак готов? Дробяшки есть? Ну хан спетом, лок тоже спетом. Ну все равно же без шмота всем. Чё, полуфинал. Давайте, треугольник, квадрат, бейтесь. Чат сними, сюрприз. Там что, Mortal Kombat? Ну, почти, но не совсем. Так, визовой фонд еще не оскудел? Нет. Ё-моё, ты смотри, как он его сносит. Как это произошло? Винфури, конечно. Винфури. Капец, волки сожрали. Так, сюрприз выбывает. Офигеть. Так, теперь из 4 людей тоже посредством рола с каждой группы определяю, кто пойдет. Так, 1, 2, 3. Третий, фулл метал.
Так, восьмая группа. Ролана. Сейчас смотри, Ролана фулмету раскатает. Это случайные роды, все рандом. Значит, Ролана, фулмету, подготовьтесь. А, Ролана, ты где? Подъезжай к нам. Там надо давать это. Топорик дать. Надо фулметал или у него есть. Ну, если у кого-то топорик есть, фулметал дайте. Вроде у него был. У сюрприза. Топор есть. Отдам кому надо. Есть, есть у него. Все. Сейчас квадрат с треугольником бьются. Это фулметал и хант. А сколько призовых мест? Ну, призовое место за вот этот вот, за вот этот мордобой, это одно место. За анекдоты одно, и потом еще рулетка будет, там призы еще разыграют. А это какое по очереди? Ну, это вот первая часть ивента. Вторая это анекдоты, третья там рулетка будет. Ну, по роллу будут разыгрываться призы, подарочки я вам упаковал. Смотрите, Роланы 40% хп, фулметал бежит за ней, Вань свободы, крылья прожал. Что-то, смотрите, хочет сделать. Фулметал хочет выиграть, он хочет не проиграть ханту. Но фулметал сейчас уже, блять, Ролана побеждает. Хант побеждает. Энхант в финале, фулметал вылетел. Так, секундочку, до финала можно вас где-то найти? Коры дайте в Тереспальских лесах. Ты с нами в группе? Нет, кто ты вообще? Нет, я не в группе. Так плюс они, рука я тебя трусах. Возьму. Рука в трусах, плюс они в гильдию. Я тебя возьму, к нам приедет. Так, следующих я выбираю случайно. Я неподалеку. Сейчас я вас выберу. Так, Ягер. Готовься. И Белин. Ягер, Белин. Прошу милости. Милости прошу. Сейчас, секунду, подожди, сейчас. Настраивайтесь. Это чё? Это второму месту, конкретно в этом конкурсе. Ты сказал одно призовое, пускай будет два. Хорошо, понял. Второму месту, тот, кто будет на втором месте, ну, второй лучший. Не говори что, просто скажи, что будет приз. Будет еще дополнительный приз, подъехал. Так, смотрим, Белин получает фир. Он еще ягеру ничего не снес, а сам уже потерял кучу хп. Чем он его задамажил, сейчас вы не видели? Так, ягер прыгает, ягер демон. Прыгает в демон форме, с щитом, портанул. Сейчас кастанет фир, скорее всего. Смотри, он пета бьет. Ну там КД же, минута. Ой, Белин, сейчас он сдохнет. Так, убил пета. Что у Белина еще есть в запасе? 1000 хп и ничего больше. Ягер его добьет, скорее всего. Все, Ягер победил Белина. Белин выбывает. А вот вы говорите, Ретрик против Ретрика. Смотри, в финале. Лок, Хант, Энф. Так. Да, там уже Энф затащит. Да, сейчас посмотрим. А чё, волки плюс Гера? У меня сегодня этот никто не выйдет. Энх первый. Единственный варик есть только такого ДК. Попытаться. Седьмой группы. С бомжами. Седьмой группы идет Кукувася. С восьмой идет Экстримка. Интересно, кто кому наваляет. Экстримка, Кукувася, готовьтесь. Давай Экстримка, дам тебе, я как топорик. Кукувася у нас Энх, если не ошибаюсь. Да, вон дробяшки. Смотри, Экстримки пол хп снесли. Чё там, бабл? Бабл. Отхил. Кукувася тоже немножко сносит, но Кукувася хилится. Так, волшебный поток. Печать правосудия на замедление. Так, правосудие закончилось, там. Так, что там? 7000 Кукувася, 30% у Экстримки. У Экстримки 1000, 3000. Чем-то хилнулся, что ли, флешкой?
1900-1000. Кукувася атакует. Кукувася побеждает последнего паладина. Последнего паладина, вы представляете? Кукувася выходит в полуфинал. Эрхимба. Остается Мирандос и Орда. Мирандос и Орда. Ваш последний бой. Мне кажется, выиграет разбойник. Там мне почему-то кажется шаман. Я на шамана ставлю. Я на разбойника. Хотя... Так сколько-то я... ставите? Если вы так уверены. Тотализатора нет. Забейтесь там. Потом как-нибудь у нас появится человек отдельный, который будет тотализаторством заниматься. У меня просто на это не хватит сил. Ну блин, Мирандос выиграл разбойника. А это может из-за... А видишь, разбойнику... А разбойнику, видишь, нечем хилиться. Ну да, шаманы-то хилятся. А шаман тотем поставил, и он загрызет. Смотри, просто финалисты, три шамана. Три шамана, Лок и Хан. Давайте смотрим на них. Все вы победили по одному разу, все получили по одному очку. Сейчас, короче, будет бой. А, давай. Тоже случайно два человека выберу. Это Кукувася. И Ролана. Ролана с Кукувасей, готовьтесь. Бой за второе очко. Ставлю метки. Треугольник, квадрат, сейчас биться будут. Я на Ханта ставлю. Энг возьмет. КД Волк, сколько КД? А, ну 10 секунд ждем еще. Блин, я весь шмот снимал, чтобы побиться с Хантом и проиграть позорно. Че, кидайте дуэль. Кувася, Эн и Хан. Так. Смотрим, осилит ли Кукувася мощного Ханта, который победил самого Войда. В следующий раз варом буду, сейчас из ТПН соберу. Так, Хан подбегает. Эх, подбегает, волки атакуют, Детерн, отражение. 4000 у Ханта, у Кукуваси фулл ХП. Как его побеждать, я не знаю. Мне кажется, Кукуваси сегодня победителем станет. Ё-моё, волки или загрызли. Другое. Волки просто загрызли Ханта. Кукуваси победил. У Кукуваси 2 очка, Хант отдыхает. Хотя нет, пока что. Второй шанс получат те, кто проиграли. Так. Пока что, так, сделаем вот так. У кого одно очко, у них будет шанс второе заработать, пока не наберется 4 человека с двумя очками. Так, с седьмой группы смотрим, кто выйдет. Это будет Ягер. С восьмой группы Мирандос. Давайте, Ягер с Мирандосом бьемся за то, чтобы получить второе очко. В конце будет финал. Там 4 человека сыграют за финальное место. И будет второе место. Так, Мирандос и Ягер. Давайте смотрим. Квадрат и треугольник бьются. Выиграет Ягер или Элим. Так, Фир по Элиму пошел. Тотем трепета есть, есть. Спирит. Это Шама. Кто это? Хил? Рестор, шаман. А, лол. Ну не знаю, как он задамажит Ягера, ну может и задамажит. Но маны у него вообще жопа. Смотри. И у того тоже мало ман. Нет, он ресает. Блять, Локи-то ресует. Ну этот жизнь отвода. Да, но это демон, а не Афлик.
Если бы Афлик, я бы сказал, что битва может длиться, пока не скудеет мана у Эршама, а так, я думаю, демон проиграет. Так, ну Эршам уже жопа с маной. Ну а хп у них так-то маловато. Мирандос, Мирандос проиграл. Ты шо, не заговорил. Я ошибся. Так, Ягер получает второе очко. В шестой группе те, кто 2 очка получили. Да нет, там еще на малом КБ был. Повезло тебе. Так, теперь из 3 человек в 7 группе надо 2 человека столкнуть. Сейчас мы это сделаем. Первый будет Ролана. Второй. Второй будет Мирандос опять. Мирандос с Роланой бьемся. У него КД явно прожимки. У меня нету КД никаких. Там же рестер. Тотем хоть КД у тебя? Только шобы уже нет. Ну как готовы будете там, кидайте дверь. И в итоге один человек вылечил. Надо было в хиджал идти. Ну да, это не особо страшно, там пару минут подождать. Все, сейчас треугольник с квадратом бьются. Потом один человек вылетит из этих 5, и 4 человека потом по разу сыграют. То есть один с одним, один с другим, и потом 2 этих финалиста. Ну, скорее всего, Хан, наверное, выиграет здесь. Хотя, фиг его знает. Ну, маны-то нету. Что делать? Хант отбежит. Сейчас что-то он, смотри, бежит за Хантом. Кидает шок. Ханту тоже нечем хилиться. Да, Хант выиграет. Все-таки какая-то мана ресается. Вот. О, хильнулся, смотри-ка. Тут совсем уже другое дело. И мана ресается от водного щита. Щит обновляет. Может быть, Хан сейчас проиграет. А откуда фулл хп появилась еще мана? Ну, он отхильнулся сейчас. Щит, что ли, прокнул? Не знаю, смотри. Хант выиграет шамана. Видимо. Ой, шаман Ханта. Воу. Мирандос, походу, имеет опыт. Что за фигня? Мирандос побеждает. Мирандос с 2 очками. В шестой группе 3 человека с 2 очками. Сейчас между Кукуваси, между Хазраком и Роланой произойдет бой, и который решит, кто из них покинет этот полуфинал. Типа, Ролана, готовься. Хазрак, готовься. Ролана, КД какие-то есть? У меня прокнуло 2 крита на новой волне и на быстрее. Это по фулл хп со старта. Орлана, что у тебя там КД есть? Резайте ману там. И треугольник сейчас. Хазрак попытается победить Ханта. И останутся либо 2 шамана Лок и Хант, либо 3 шамана и Лок. Он голды мелким дайте. За 3 голды просто. Это кто-то из гильдии твинком прибежал. Да не, там же другая гильдия есть. Да, им сейчас насыпят вообще, он дали не будет. Отсыпят все подряд, 30 человек. Так, битва. Я ему сумку сошью. Треугольник с квадратом, смотрите. Хант проседает, Детеренс. Пока что он защищен, но защита все, кончилась. Хазрак атакует. Так, 2000 у Ханта, 1000. 1000 хп, Хант проигрывает. 3 шамана и Лок в финале, в полуфинале. Смотрим, как мы с ними поступим.
Так. Это будет вот таким образом. Значит, за финальное место будут биться Хазрак с Мирандосом и Ягер с Кукувасей. Первый бой Хазрак с Мирандосом. Хазрак... А, Волков можно дождаться? Три да, минуты. Да, можно дождаться. Тогда вы ждете, пока Ягер с Кукувасей. Готовьтесь, сейчас вы будете биться. Кто из вас победит? Два человека будут за финал биться. Кто победит, получит приз, а второй, кто проиграет, получит этот утешительный приз. Один участник у нас добавил призовой фонд. Давайте, Ягер и Кукувася. Что-то не слышно. Не слышно? Сейчас слышно, нет? Сейчас перезайду. Так, слышно, не? Да. Ну что, пропадал? Ну давайте, Ягер с Кукувасей бьемся. Вы бьетесь за финал. Один из вас вылетает, а один получает третье очко. Готовы, нет? Да, я готов. Ну давайте. Смотрим. Битва за финал. Битва за третье очко. Так, чардж демона, стан, смотри-ка, костер. По Кукувасе проходит большой дамаг. Что же делает Кукувася? Он в фире бежит. Ягер в него кастует. Эх, нечего делать. Койл. Ого. Кукувася. Помер. Отлично. Хазрак с Мирандосом, вы готовы? 20 секунд. Ну, давай, а где-то там трепета был? У меня 5 минут. Ну ладно. У кого 5 минут? Да, у кого? У Мирандоса. А чё тебе? Кукувася, а как ты проиграл? Как там в земле? Что ты? Какой тотем, который Элима вызывает? Не-не-не, он не поставил тотем антифира. Не знаю, почему он не поставил. А чё там? Чё за билка, Линкани? Чё там 5 минут ждать? Элементарь земли, понял, так придумал. А, не знаю, а стоит его ждать, нет? Ну... Да ладно, поехали и так. Ну, Хазрак, наверное, не знаю. Ну, давайте. Поехали, поехали, он мне не нужен. Наверное. А, шаман нужен. Ну, ладно. Ты так и будешь в хиле, типа, да? Да. Кто же победит из шаманов? Шаман Хил или жестокий шаман Энг? Энг прожмет. Энг волками загрызет, походу. Где Гера? Ва-ва-ва. По-моему, какие-то дефы есть у этого. Как он? Ну, какой-то символ есть на снижение урона в форме волка вот этого. Есть у тебя такой? В форме этого, походный. Так, ну Хазрака фул хп, Мирандос просел по всем показателям. Ну если только волки кончатся, он что-то... Да не, ну это нечестно. Чисто волки загрызают его. Не знаю, Хазрака. Надо тебе Элима, либо тоже Энха делать. Энхи, походу, рулят. Финально. Да волки рулят. Так, понятное дело, что Энхи сейчас рулятся все. Сейчас смотрим финал, у нас будет демон и Энг. Давайте дождемся волков, пожалуйста. Да, конечно, дождемся. Так, что же еще сделать? Может, кто-то еще хочет подуэлиться? Давайте на какие-то ставки сообразим там. Может быть, Кукуваси, с кем ты хочешь подуэлиться? Кто хочет с Кукуваси побиться? Кто хочет ему по щам дать? Давай, 100 грамм. 100 грамм с Кукуваси кидайте в дуэль, там посмотрим, как вы бьетесь. Может, Кукуваси сейчас по щам дадут? Сейчас вар чаржнется. Смотри, расчехлит. Мортал. А у него же тоже волки КД, походу, сейчас, да? О, смотри, убил. Вол. Макросов нету нихуя. Ну это да, видишь, не предусмотрено. Большая макроса отмены нету, знаешь, и, блядь, пиздец. Да, да, надо тоже этот щит. У меня, кстати, лежит щит и дробяшка.
Надо было их тоже, это все долго подготавливаться. Так. Что там по КД у этого, у шамана? 50 секунд. Что-то там типы поофались некоторые. Еще же конкурс. Хотя мне кажется, тут с горем пополам два участника, если наберется, то хорошо. Что, это уже финал? Да, сейчас будет финальный бой. Кто-то из них получит приз, а кто-то утешительный приз. Лок с этим, с шаманом. Квадрат и треугольник. Как готов будешь, там кидай дуэль Локу. Смотрим. Квадрат перевешивай на демона. На демона? Сейчас. Ну, я в принципе готов. Ну давайте. Смотрим, кто же сегодня приз получит. А что там за второе место-то? Ну, кто второй, типа, из... Если проиграешь, то узнаешь. Я уже проиграл. Нет, когда финальный бой произойдет? И из этих двух, вот, Лок или Шаман, кто из них проиграет? О, смотри, большой Элем. Он, походу, решил использовать все, чтобы уничтожить Ягера. Но Ягер... Смотри, Гера. У Хазрака мало хп. Бля. Ягер побеждает просто. Локи заебись. Просто захерачил. Так. Значит, подходи, Ягер, к Вару. Где он? Вот он. К звезде сюда, к коту подходи, здесь Вар. Получишь приз. Так. Че, 2 куска, что ли? Да, 2000. Так, Ягер, поздравляю. А, Хазрак, еще утешительный приз. Ну, скажу, сколько это 500 голд. Добавил тут у нас участник. За второе место. Молодцы. Так, ну теперь второй конкурс. Ну, он не особо будет долгий. А, вопрос стоит в анекдотах. Потом будет рулетка и разыграем еще парочку призов, которые упаковал. Так, значит... Кто из вас может какой-то анекдот рассказать? Можно это делать или в РК, или просто написать. Ну, плюсуйте в этот в рейд, кто хочет поучаствовать в этом конкурсе. Нужно хотя бы 2 человека. То же самое, 2000 голды. Вот. Лучший анекдот будет награжден. Вот. Либо в РК рассказать, либо можно написать в игре. Не обязательно про Вовку, можно любой из жизни анекдот. Так, Ролана, переношу в седьмую. Кто еще будет состязаться? Хотя бы второй человек найдется, не? Ну, я могу попробовать, конечно. Как у тебя ник? Хазрак. Давай, Хазрак. Кто-то еще хочет, а то, ну... Сейчас мы 2000 все-таки разыгрываем. Да пофиг, давай, я тоже расскажу. Сюрприз. Так, еще кто? Full Metal. Судить анекдоты будет. Анекдоты на любую тематику? На любую, да, тематику. Главное, ну, просто чтобы смешно было. Так, куку, Вася. Судить анекдоты будем очень просто. Будем ставить по 10-бальной шкале, от 1 до 10 баллов. Ставить циферки будете в РК, я их просто сложу, и у кого больше циферок будет, тот победит. Вот. А анекдот нужен один или несколько? Один. Лучше выбрать лучший анекдот. Ну, несколько анекдотов, это всем придется по несколько рассказывать. Лучше один. Так. Что, блуты тоже участвуют, да? Так, кто еще? Кто-то еще хочет? Знаю много, но не помню ни одного. Ладно, 6 штук, это уже хорошо. Full Metal ты зайдешь?
Так, давайте. 6 человек. 7-8 группа. Кидайте ролл. Кто выше по роллу, тут будет первый анекдот рассказывать. Будем ставить. Второго не будет. Почему? Все 6 человек расскажут. А я буду записывать, сколько вы баллов поставили. Так, 4 человека кинуло, кто еще там? Кидай ролл Full Metal. И кто еще? Куку Вася, кинь ролл. Куку Вася, ты тут? Вот. Ну, этот Хазрак, придется тебе рассказывать, что ты не подготовился. Что? Не, так не годится, ребят. Ну давай, рассказывай без разницы какой. Вспоминайте сами. Или по готовности, кто готов, говорите. Кто знает без гугла, это будет в плюс вам, я думаю. Все вот кто, кроме участников, все будут ставить баллы. Значит, давай, Хазрак, на рассказе. Давай, смотрим. Все внимание на черепок. Слушаем анекдот. Короче, едет принц в говне, на коне, который весь в говне, по дороге, которая вся из говна и в говне, пересекает поле, которое все в говне, подъезжает к замку, который весь обман, ему открывают ворота, которые тоже все в говне, он проходит холл, который весь в говне, дворец, который весь в говне. И, короче, принц спрашивает у дворецкого: а где у вас тут посрать можно? Ой, красава. Прикольно. Хоть это простой, но такой прикольный все равно. Давайте все ставим циферку от 1 до 10, как вам понравился анекдот. И это в РК ставим циферки. Кроме, конечно, тех, кто еще будет анекдоты рассказывать, они не голосуют. Получается, что у нас голос Кукуваси мы не учитываем, потому что он будет рассказывать. Получается, что 100 грамм, так, 20, 30, 40, 50, 53, 62, 65 очков. Еще он сюрприз тоже будет рассказывать. А, сюрприз. Это сейчас было 10-10. Так, там Full Metal хочет следующим. Сейчас, подождите, я подсчитаю. Имирандос 4, это почти 66 очков. Я запишу. Так ты посчитай, сколько людей голосовало. Ты же пишешь, что он нашел сейчас? Что говоришь, пишешь? Да, этот. Full Metal. Да, я понял бы, если бы ты войс рассказывал, там нужен определенный сценический настрой в чем-то что. Так, ладно, давайте. Хазрак рассказал. Смотрим дальше. Фул нет. Ну давайте ролл все-таки кидайте, 5 оставшихся участников. И напоминаю. А именно анекдот нужна или можно шутку? Ну можно. Да, пожалуйста. Без разницы, то есть чтобы мы посмеялись. Ну, Ролана, походу, сейчас будет рассказывать. Так, 2 человека еще кидайте. Кто там? Блин, так, ну, Ролана. Все внимание на Ролану. Давай, слушай. А чё ты не голосом? Да какая-то... Ну так себе. Кто-то понял.
Я понял, но не засмеялся. А я Хазарак, я могу голосовать сейчас? Нет. Не, участники не голосуют. Те, кто даже рассказал. Ну, кто рассказывает, 6 человек, они не голосуют. Ну, давайте. Сейчас. Очистить все нажал. В РК пишем циферки. За анекдот, который в рейд-чате сейчас был. За шутку. Все-таки намного лучше, когда человек рассказывает в РК. И особенно, как Хазрак это сделал. Так, считаем. 12, 17, 25, 27, 32. Так. Из оставшихся 4 человек кидайте ролл. Кукуваси, Full Metal, Surprise, Blute. Так, Кукуваси, сейчас будешь рассказывать анекдот. Ты вслух будешь рассказывать или писать? Писать. Но меня нормально слышно? Да, нормально. Да, нормально. Вот, в общем, такой анекдотик небольшой. Мужик работает охранником на складе. Вот. Приходит к нему с утра проверка с полицией, говорят: дед, у тебя, говорит, этот, куда, говорит, весь товар пропал? Куда? У тебя, говорит, все было, ни одной дыры, ничего нету, все есть. Ну, говорит, мыши? Какие мыши? У тебя, говорит, ни одной норы нет. Так это летучие мыши. Неплохо. Давайте. Кстати, это из серии «Котовский на Арбате» вроде бы. Да, голосуем, ставим циферки. Да я не помню, мне кто-то рассказал. А вот что удивительно, я больше анекдотов не помню. Ну бывает такое, что, ну, память. Я тот один вспомнил, но уже потом, после всех участников. А мне вот тяжело, конкурса. Тяжело вспомнить, какой у меня самый лучший. Филипец, ты десятку ставишь или зачем ты 12? Да десятка, десятка. Десятка. Так, 2, 2, 4. Так, 14, 18, 22, 30, 40, 47. Ладно, полечу я. Ивент туда до конца. Ага. Так. Кувася рассказал. Теперь 3 человека. Full Metal, Surprise, рольте. Кто из вас следующий расскажет? Full Metal, Blute, будете рассказывать? Так. Full Metal, ты тут? Ну давай, рассказывай, раз ты тут. Слушаем Full Metal. Читаем, вернее. Икры нет и читаем, все смотрим на черепок. Давай, печатай. Фулмета, ты его весь не напечатаешь, он не уместится.
Ё-моё, что он там печатает, блядь? Я уже уснул. Передерживает паузу. Там бомба, походу, какая-то. Это пока самый смешной анекдот. Ебать. Это что, все что ли? Не, он пишет что-то. Десяточку, да, ставлю 10. Сука. Блядь, заебал. Я думал, ты там написал уже. Ладно, это пиздец. Сука. Еще сейчас прикинь, 5 минут пойдет. Минуту, блядь, отходил, нахуй. Он гуглит, он там гуглит. 100%. Зачем? Роман, это лучше, чем то, что ты писал. Кто-то смех включает. У кого там смех? Да. Закадровый такой. Это мышки какие-то смеются. Нужен звук вот такой, значит, бум, когда шутка не смешная. Надо из деревни дураков трек включить, кто может. А можно я расскажу и пойду? Потому что он пока напечатает, а то я так курить хочу, у меня уже уши заворачиваются. Давай, рассказывай. А теперь представь, пожалуйста, на секундочку, как бы было бы круто, если бы ты сейчас спал. Это что, анекдот? Если бы я сейчас спал. Нужен звук сверчков. Кстати, а можем мне тоже быстренько рассказать и просто мне там видеозвонок надо сделать? Ну, давай сюрприз рассказывай. Ну, у меня такой коротенький анекдот. Встречается однажды русский, немец и китаец. И русский говорит... А чё мы постоянно встречаемся? Мы чё, геи, что ли? Это были остальные два участника? Мне просто интересно. Да. Музыка ожидания полнокова. Так, ну давайте, что сюрпризы оценим. Ставьте сюрпризов, сюрпризу про геев, анекдот, циферки. В 2018 году? Маловато очков, да? Я знаю, кто уже будет победитель, это Хазрак, скорее всего. Потому что Full Metal вряд ли. Смотри, что-то написал. Читаем. Короче, показал лев. Позвал лев всех зверей. Роман, серьезно. И говорит, замечания. Кто мой гашиш спиздил? Да, те такие, не знаю, не знаю. Он говорит, короче, найдете мне гашиш, если до в... Дальше, походу, пишет. Так, Full Metal, ты пока не собрался? Я просто реально не хочу портить тебе выступление. А ладно, я тогда расскажу короткую историю. Я сам ее услышал, на самом деле, только в этом году, но я с ней плакал. Старый шотландский паб, вечер. Сидит старый шотландец. Потягивает пивко, курит трубку, сидит, сидит и говорит, я вот эту мельницу на холме построил я сам, один, собрал камней, замесил раствор, построил. Но меня никто не зовет Макфларен мельницостроитель. Посидел, отхлебнул пивка, затянулся. Вот этот сад, в котором сейчас самый большой урожай фруктов, и ребята бегают, я посадил сам, поливал, собирал плоды.
У меня почему-то никто не называет Макфларен садовник. Вот мост через Эльбу. Я один спилил деревья, ошкурил их, привез на себе, и теперь по нему ездят машины, ходят люди. Но меня никто не зовет Макфларен мостостроитель. Но стоило один раз страхнуть овцу. Меня теперь все зовут Макфларен овцеёб. Так. Full Metal там что-то напишет, нет? Да он уже устал. Он рассал своего негатария сидит. Ладно, кто за то, чтобы дать Ролане еще шанс рассказать анекдот? Ты в микрофон будешь рассказывать? Если попытка будет более удачной, чем предыдущая, я за. Ну ладно, пиши. Давай попробуем тебя оценить еще раз. Full Metal. Микрофон, конечно. Надеюсь, я не рассказал твою историю. Короче, приезжает журналист в горы к пастуху брать интервью, спрашивает, сколько ваши бараны дают шерсти? Какие, черные или белые? Ну, черные. 50 килограмм. А белые? Тоже 50 килограмм. Варенька подъехал. А сколько ваши бараны дают мяса? Ой, Ваня, Варька, здорово. Привет. Ты бы слышал, что тут было. Какие игры, чё для тебя 100 килограмм? Сука. Ясно, а белые? Тоже 100 килограмм. Так, без спойлеров. Это я наугад. Журналист задумался. А в чём разница? Ну так черные бараны мои. А, ясно. А белые? И белые мои. Объясните, пожалуйста. Я вот это 10, ну отличный. Простите, а что не так? Почему меня не улыбнул ни один анекдот из рассказанных? Full Metal, пожалуйста. Расскажи что-то смешное. Ты как в РСке метки выносишь, так же и пишешь долго. Вот это, походу, анекдот был хорош, да? Да он уже уснул. Не, он готов. Давай, давай. Да что там, не знаю, вторую часть ему дописывать. Надо было еще первую прочитать. Там что-то про этого. Full Metal говорил, он готов. Ты готов? Напиши в чат. Про что он писал, я уже забыл. Прогашили же. Ага. Типа лев созвал там зверей. Давайте Ролане еще да. поставим. До вечера, говорит, найдите. Давайте проголосуем, Ролане оценки поставим. Моя. Конкурент Хазрак. Ты поменялась. Еще голосуем, кто там, кто не рассказывает анекдот. 10-9-9. Если до вечера что, вон, читай. Не найдете, буду хуем бить пол. И Беркут начал искать, смотрит ворона. Так, Ролане. Так, что это? 48. Маловато.
Блять, опять уснул. Чё, и всё? Там что-то должно быть дальше про ворону, блин. Грузится. Лень написал анекдот, прочитаю вам, пока он там пишет. Летит самолет, в нем одного рвет, а все остальные пассажиры смеются над ним. Подзывает он стюардессу и просит: принесите, пожалуйста, блюа, еще блюа, и еще один блюа, пакет, а то блюа, я этот уже заканчиваю за блюа. Стюардесса уходит и возвращается с новым пакетом и видит такую картину: всех рвет, а тот один смеется. Она удивленно спрашивает: а что случилось? Тот отвечает: да просто рвота уже через края пакета шла, но я взял да отхлебнул. Вот этот хорош. Этот хорош, да. Фулл метал, ну так что там будет, что-то не? Он походу его придумал, блядь. Подождите, кто только что это про пакет сказанул? Ну про пакет это я, там Лень ВРК написал, я прочитал. А Лень это кто? Лень, ну этот самый. Рога такой. Хорош. Full Metal, давай быстрее, время идет. Про Ишакат тоже норм. Пакетик жестче. Ну то, что микрофона нет, это вообще печаль. Можешь нарисовать? Слушайте, у меня есть предположение, что Fullmetal нам готовит графический роман. Просто по слайдам. Ладно, Fullmetal, давай сейчас тебе время, пока я читаю анекдот в РК, и потом я присуждаю победу Хазраку. Возвращается грузин из Африки, встречает соседа. Вах, сосед, здравствуй, как дела, дорогой? Где был, что видел? В Африке был, видел животное зебра. Вай, что такое зебра? Наш ишак, знаешь? Знаю. Так вот, зебра, то же самое, что наш ишак, только полосатый. Вай, интересно, что еще видел? Видел животное, джираф. Вай, что такое джираф? Наш ишак, знаешь? Знаю. Так вот, джираф, то же самое, что наш ишак, только ноги длинные, шея длинная. Вай, интересно. Привет. Привет, подожди секунду. Вай, интересно. Кто еще видел? Видел животное? Привет. Вай, что такое удав? Наш ишак, знаешь? Знаю. Так вот, хуй есть, ишак нету. Ебать. Я не касался писи козла. Неплох, неплох. Тоже, да. Ну, не впечатляет, конечно. Не то, что Хазрак рассказал про говно. Это в натуре все от интонации зависит. Это надо уметь. Че, Full Metal, дописал, не? Давай, 10 секунд жду и присуждаю Хазраку победу. 10, 9, 8, 7. Писателя 6, обидеть может каждый. Да нет, там 5, третий еще конкурс должен 4, быть какой. 4, 3, 2. Ну, короче, ладно. Ну. Тебе надо это самое, не знаю, как-то печатать помаленьку. Подготовиться либо... лучше. Ладно, ты проиграл, короче. Давайте, вот анекдоты были рассказаны. У Хазрака больше всех баллов. Он стартанул удачно. У него 66, у остальных там Урала на 48, Кукуваси 47, Сюрприз 22. Так, ты среднюю арифметическую выведи, слышишь? Какую среднюю? За первого голосового человек 20, а за последних уже человек 7-8. Это РК меньше людей голосовало. У меня РК удалялась. Там так может кто-то вывести эту арифметическую. Ты, может, выведешь, а то я это самое удалял РК там.
меня только цифры итоговые остались. Ну типа раздели на количество голосующих общую цифру. Ну или тогда не учитывай голоса тех, кто голосовал за остальных. Кто за него голосовал. Ну вообще да, можно и так сделать. Как насчет того, чтобы всем участникам там дать голды? Вот у нас их было сколько? 6, наверное, косаря. Ну что там? Это, блин, маловато будет. Давай фулл металла не посчитаем, ну или посчитаем. Ой, да где ты там? Стой. Стой. Ну вот 6 и подели по 500 получается с каждым. А это куда? А это всем. Ага. Увеличь призовой фонд на эту сумму и как раз на 6 делится. И никто не в обиде. Так, получается на 6 мы поделим призовой 3400. Поделить на 6, что там получается? О, так, 40. Стоп, было ж 2. Ну мне еще косарь ягер дал. Так. Так, тогда стой. Стой, стой, где ты? Вот. Дай этому звездочке вару. Кес звездочки трейды кину. Все. Теперь так. Ровно. На 6 делится. Получается по 600. Подходите, этот. Хазрак. Кто там? Так, Кукувася. Роланда. Кукувася. Хотите качественно? Обмен звездочки кидайте. Срак, Кукувася. Лана, еще сюрприз, Full Metal и блуды. Кидайте обмен звездочки. Тут вы еще. Так. Блуд и сюрприз вы здесь? Я не понял, где смеяться. Объясните, пожалуйста. Проблема с чувством юмора. Мне смешно. Не, надо было читать просто сначала там. Прикольно. Кей читал сначала. Сюрприз, Блуд, ты вы здесь, не? Ладно. По почте им вышлю. Если ты микрофон будешь так же покупать, как рассказывать анекдоты, то мы тебя услышим не скоро. Блин, Мирандос, задонать на микрофон и узнаешь. Платная подписка на продолжение. По-моему, пожестче это придумать начало фразы или взять какую-то сцену из фильма иностранного и заставить написать слова, субтитры. Я видел такую игру, ржачная штука вообще. Описать сценку какую-то. Все, короче, голду этим анекдотом раздал. Остается последний этап конкурса, и можно будет идти там в НАКС или еще куда-то. Значит, это будет рулетка. У меня там пару призов упаковано и 500 голды.
делается следующим образом. Так. А чё, кто по анекдотам победил? По анекдотам, ну, вообще, по очкам победила хазрак, дружба. Хазрак там. И отсутствие юмора. Не, ну прикольно было там. У каких-то там нормально, у каких-то, ну, хорошо стартанули. Ну, я думаю, хазрак, да и вот эти, ну, про овец мне тоже понравилось. Но я всем раздал голды по 600. Там фонд увеличивали, там голды подбавляли. Короче, сейчас рулетка. Будет разыгрываться 5 вещей. Первое — это 500 голды. И еще 4 подарочка. В подарочках, ну, лично я, тайну вам открою, я знаю, что в них лежит. В них, ну, не особо что-то ценное, но прикольные вещи. Вот они завернуты в упаковку, и я вам их передам. Значит, сейчас все желающие. Начнем с ролла подарочка, который лежит у меня справа в верхнем углу в сумке. Кидайте ролл. Кто больше кинет ролл, тот заберет этот подарочек. Так, выигрывает шаман Блутер. Я тебе сейчас передам подарочек, а ты откроешь и прочитаешь, что там есть, или что там расскажешь нам. Вот, бери. Открывай. Угу. Записка пожертвовать 1000 в ГБ. Сейчас она скажет, что... Сертификат дает право получить коня с лича на любого персонажа. Лол. Прикольно. Круто, да? В рейде Валида, я так понял. Ну я ну уже с ней обсудил там, когда в рейд возьму ее. И ты уже договорился с остальными релами, кто водит, что они тоже примут сертификат? Да скорее всего в моем рейде, я как бы, ну, не буду никого напрягать. Так, давайте. Подарочек, который находится справа внизу в моей сумке, кидаем ролл. Экстрим, когда остальные кидаем. Так, сюрприз. Походу сюрприз. Так. Сюрприз. Сейчас тебе дам подарочек. Не знаю, не помню, что там лежит. Открывай. Что там такое? Таракан, короче, лежит. Но у меня уже изученный. Ну, линкани его. Передай кому-то, у кого не изучен он. Линкани в чат его. Ну, таракан. У кого типа еще не изучено, можете взять. Прикольно. Так, теперь ролим подарочек. Который слева сверху у меня в сумочке. Кидаем ролл. Так, Ягер 98, ничего себе. Серьезная игра. А чё, кто выиграл, тоже не кидает, да? Почему все кидают? Можете еще выиграть. Да нет. Это рулетка, можете все выиграть. Так, Ягер. Бери. Читай, что там. Уже ролили. Ну, тут, в общем, написано о силе боешек. Силе боешек? Только нихера нету. Ну, прочти, что написано. Прочитай, что написано там, я не помню. В общем, уважаемый сигильдейц, ты доблестно сражался в гирейдах и на БГ. Там ля-ля-то поля, но не стоит расстраиваться, задумайся о силе боешек. Все. Качественно. Ах, какая-то. Наркоман. Так, теперь последний подарочек остался. Это такой, ну, вроде как бонус. Кидаем ролл. Прикольный такой бонус. Так. Это что у нас? Два сюрприз. Раза. Два раза по 83. Ягер, сюрприз кидайте еще раз, ролл. Сюрприз выигрывает. Сейчас тебе дам.
Так, читай, что там написано. Так, право отменить. Отметить. Раз. Отметить раздетого Войда вы можете вызвать на дуэль любого раздетого персонажа Войда, используйте только набитый ивентов пьяный дебошир. Чё? Читать не умею. Получается, право отметить раздетого Войда вы можете вызвать на дуэль любого раздетого персонажа Войда, используя только... На ивенте пьяный дебошир. Блин. Звучало как-то по-гейски, если честно. Кто хочет пометелить голову Войда? Так, Войд меня пугает уже. Я пошел отсюда. Спасибо, сейчас я не с вами. Подождите, на береге. Еще 500 кондес. Короче, тут, да, тут надо было еще это билет на Новосибирск усылать. Че, сюрприз, кого будешь метелить, Мишку? Или это самый, можешь шмот одевать, блин, или варом? Ну давай, Мишку. Плетку. Давай, Мишку. Так, сейчас я одену шмот какой-то. Так, одену. Голова Войда. А, голова. Разденьтесь оба. Нет, тут ничего про меня не сказано. А вы должен быть голый быть. Раздевайтесь. Я забыл, а еще шмот одел, думаю, сейчас его отметили, блядь. Ух, сейчас отметили, твой да. Поворачивайся спиной. Это, дайте мне кто-нибудь в обмен этот пуху мелкую. Да тут справа продаю, сбегай возьми, если... Да все, дали. Ну все, давай. Короче, я раздену шмот. Надо быть слишком далеко. На этом все, расходимся. Отметили. Так, ну и что? Остается 500 голды. Последняя штука, которую разыгрываем. Кидайте ролл. Сотка Ролана. И еще у меня есть на друиде древнейший саранит одна штука. Давайте, билет, стопани. Кидайте ролл на древнейший саранит, одну штуку выиграем сейчас. Кто-то выиграет. Так, Ролана. 98, вот везет, а? Давай. Где ты там? Все, на этом... Уважаемые дети, сегодня мероприятие заканчивается. О будущих мероприятиях и рулетке, об этой всей ерунде. Значит, примерно раз в две недели будет, то есть через четверг. В следующий четверг не будет, следующий еще будет. Ивенты будут разные, не только драки, там будут и гонки разные, и ну разные конкурсы. И рулетка вот эта. Призы зависят от того, сколько я голды там за буешки заработаю. И сколько мне будут помогать люди, там вот кто сейчас голды добавлял, они считай вам призы добавляли голды. Вот. Так что приходите, будет интересно, будет весело. Вот. Кому понравилось, там отписывайте. Все, сейчас спросим, пойдет ли Олег в Накс. Может быть попробуем Накс 25-ку собрать на бессмертного.